На фоне всех этих негативных новостей позитивные эмоции можно получить на страничке президента Татарстана Рустама Миниханова в Инстаграм, где он разместил сообщение наших космонавтов, работающих на орбите, посвященное финалу Кубка Гагарина по хоккею. Получилось очень креативно. Смотрите сами. Уважаемые игроки хоккейного клуба «Акбарс», мы, российские космонавты Антон Шкафлеров и Олег Артемьев, хотим воспользоваться случаем и поприветствовать вас прямо отсюда, из космоса. Мы с интересом смотрим за вашими играми и еще до полета предсказывали, что вы попадете в финал. Красивых побед, достойных соперников. Слава России, слава Татарстану!